Отсюда я знаю только одну дорогу в полис. Через Красную площадь. Соединюсь с нашими. Расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. Здесь опасно, Артем. Не как раньше. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Ты тоже их чувствуешь. Значит, тебе будет легко понять. Это центр? Все дороги ведут сюда. Вот почему они не смогли уйти. Они здесь. Очень давно. Их много. И они знают, что мы чувствуем. Они не красные. Просто здесь их дом. Если уйдем, они не тронут. Тьма. Идет тьма. Нужно спешить. Быстрее. Здесь тихо. Лучше подождать. Скоро можно будет идти. Сейчас снова будет буря. Да, буря. Пока опасно. Не ходи. Опять можно. Пойдем. Идем. Здесь лучше быстро. Хочет домой. Не красный. Мы не одни. Лучше уйти. Если уйдем, не тронут. Ты тоже чувствуешь, Артем? Не бойся. Я рядом. Нельзя стоять. Я помогу. Не тревожь их, Артем. Иди рядом. Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался. Здесь злые. Много.
очень красные. Еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти, Артем! Да сколько веревочки не виться! Ну что ж, раз так, отставить бросать оружие! Товарищи бойцы, относительно этого рейнджера у нас особый приказ от товарища Корбута! Уничтожить! Огонь на поражение! Нельзя стоять! Я помогу! Не могу больше. Устал. Вперед! Уничтожить! Выполнять приказ! Я помогу видеть. Ура! Отомстим, Гроби! За мной! Уничтожить! Устал. А ведь у тебя был шанс. Оставался бы у нас на красной линии. Ну ладно, сбежал ты тогда. Так хоть сюда бы не лез. Ты думать не надо, голову... Стрелять не разучился. Думаешь, забыл про тебя? Размечтался, и я не забыл. Не захотел по-хорошему, не захотел, значит, сдохнешь тут. Артем, прощай! Бойцы, заканчивайте с ним! В атаку! Отомстим за товарищей! Явился, значит? Не трус, это точно! Давай, рейнджер, режь, убивай, как мы привыкли. Или струси. Что, Артем, затряслись по жилке? Это тебе не мутантов жечь. Ах ты гад! Силен оказался! Силен! Что, закончишь дело? Тогда поднимайся! Давай, Артем! Поднимайся сюда! Артем! Молодец ты! Молодец! Ну, давай! Закончи, что начал! Он совсем не красный, не злой. Ему просто грустно. Не понимаю. Что, ножом? Молодец! Без страха и упрека! Это... Это еще что? Тварь тут на меня натравишь? Герой! Так. Эксперимент на Октябрьской можно считать удачей. Вирус быстро убивает, а затем сразу теряет активность. Осталось лишь взять Д6, чтобы добыть достаточное его количество, и сможем очистить все метро. Итак, товарищ Морозов, у нас всего один шанс сделать все красиво и четко. У Ордена хорошие бойцы, но их мало. Все входы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. Мельник будет на переговорах в Борисе.
командовать он не сможет. Тут-то мы и нанесем удар. Неделя, и наступит новая эра. Решай. Уйти? Помочь? Решай. Здесь нельзя долго. Артём! Не бросай меня так! Лучше убей! Артём! Выживет. Вот оно какое прощение. Спасибо. Я запомню. We have to take us to the end.